Здравствуйте. Сегодня мы возвращаемся к ситуации, сложившейся на предприятии ЗАО «Токотерминал» и судьбе крупного инвестиционного проекта «Убылинский». Две недели назад мы рассказывали о том, что таможенный пост, который располагается на ТЭК-терминале, может быть перенесен на другое предприятие, что, по мнению руководства ТЭК-терминала, не имеет объективных причин. На сегодняшний день ТЭК-терминал является лидером в области таможенного оформления в зоне деятельности Псковской таможни. То есть основной объем товаров и транспортных средств оформляется именно на ТЭК-терминале. Поэтому логично, что Псковский таможенный пост располагается там, где идет наибольшая экономическая активность. И решение о переносе таможенного поста туда, где эта экономическая активность меньше, оно нелогично. Из-за переноса поста под угрозой оказался и крупнейший в области инвестиционный проект «Убылинский», который на сегодняшний день может работать и развиваться только за счет своего инвестора – ТЭК-терминала. Для Пыталовского района новый таможенно-логистический терминал – это и дополнительные налоговые отчисления в бюджет, и новые рабочие места. Несмотря на все доводы руководства ТЭК-терминала, приказ о переносе таможенного поста вступил в силу. И это уже вызвало ряд проблем. В массовом количестве участники внешнеэкономической деятельности переводят свои объемы и свои потоки в регионы деятельности других таможенных органов. И, соответственно, все таможенные платежи и сборы, которые будут уплачивать участники, опять же, внешнеэкономической деятельности, будут поступать в бюджеты других государств, в частности, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Официальные письма участники внешнеэкономической деятельности направили губернатору Псковской области, в транспортную прокуратуру и руководству ТЭК-терминала. На наш взгляд, данное решение Псковской таможни существенно усложнит и затруднит работу по таможенному оформлению товаров, а также увеличит издержки на их оформление. Мы выражаем обеспокоенность возможностью технических задержек в процессе таможенного оформления поставок нашей компании. Просим вас принять все необходимые меры для пересмотра решения о переносе Псковского таможенного поста. Безусловно, мы этим вопросом будем заниматься всерьез, с точки зрения государственного подхода. И лица, заинтересованные в происходящем, независимо от их федерального, регионального уровня, отдельные руководители, эти лица будут привлечены к ответственности и административной, и уголовной, если подтвердятся те материалы, которые у нас на сегодняшний день есть. Несмотря на возникшие трудности, на ТЭК-терминале уверены, выход есть из любой ситуации, и любые сложности их предприятие сможет преодолеть. Какая судьба ждет инвестиционный проект в Пыталовском районе? Несмотря на те трудности, которые сейчас мы испытываем из-за действий Псковской таможни, мы будем развивать наш инвестиционный проект. И, как мы и планировали, в начале нашего инвестиционного проекта количество сотрудников будет составлять, я думаю, что где-то к 2013 году, порядка 500 человек. Потому что, я напоминаю, мы планируем создание сборочных производств, где также будут работать в основном жители Пыталовского района. Олег Михайлович, как перенос поста отразится на предприятии и людях, работающих на ТЭК-терминале? Перенос поста на людях не отразится никаким образом, потому что сложности наша организация привыкла преодолевать, и опыт преодоления различных сложностей мы имеем. Наша организация существует на рынке уже 18 лет. И за 18 лет разные мы переживали ситуации, и хорошие были времена, и плохие, и всегда достойно выходили из любой трудной ситуации. И в этой ситуации мы достойно выйдем из нее, и наши сотрудники не пострадают никоим образом.